пусть не только ребята, пусть родители, пусть ваши бабушки и дедушки приходят на такие праздники, и тогда вы будете жить именно по соседству и в дружбе. В микрорайоне пригород Лесное встретились жители, чтобы поздравить друг друга с праздником добрососедства. На территории общеобразовательного центра «Старт» гостей ждали спортивные локации для совместного отдыха за игрой. Активности, которые будут проведены сегодня на стадионе, это разные виды спорта, где примут участие, да, ребята и жители нашего микрорайона. Я думаю, покажут то, что соседский спорт сейчас актуален. Спортивный праздник прошел по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». Некоторые вот соседи, они не знали друг друга. Теперь они познакомились друг с другом, и это очень здорово. В пригороде Лесное проживает несколько десятков тысяч человек. Каждого из них объединяют не только лестничные площадки, но и житейские дела, в которых именно сосед сможет оказать помощь. Жители отметили, что совместные игры помогают объединиться. Здорово провели время, и так мы насладились. То так нас не вытащишь на улицу, а тут есть повод выйти на улицу, пообщаться с другими, со всеми. Я хочу провести время со своими соседями и поиграть в теннис, потому что это развивательно и можно чему-то новому научиться. Праздник спорта и добрососедства удался. Гости вышли с площадки не только с хорошим настроением, но и с новыми друзьями. Инга Янчук, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ.